2024 год, 31 мая. Сегодня поговорим об абсансах и как врачи путаются и назначают неправильные препараты, которые не соответствуют для лечения абсансов, потому что наши больные обычно говорят, что ребенок застевает как хайкалы на мадиде. В общем, как скажем, камень, и я не могу вперед на эти хайкалы. В общем, как камень, и это длится всего 1, 2, 3 секунды. Иногда бывает абсансы в день до 4 раз, до 7 раз. Можно и, да, было случаи, когда абсанс наблюдался до 200 раз в один день. Почему так? Потому что когда даем препараты для лечения абсанса, обычно лечение неэффективно. Вот тогда можно узнавать, что ребенок или пациент дал нам неправильную информацию. И на узбек сейчас знает дома. Сейчас тогда расскажу чуть-чуть по-узбекски. Көп беморларымыз шу абсанс бойынша шикаят кылышады да. Мені баламге паланчы доктор абсанс койды, паланчы академик. Мені балам ташке қатып қалады, хайкерде дейді. Ва шу пайтта абсанске қаршы шлатыладыган дарылар бергенде яхшы нәтиже бермейді. Чүнкі бемор натуғры информация қарады. Абсансты электроэнцефалограммада анык исботуна айтышкыйын. Умма электроэнцефалография тонограды түрін анықлашта исботуни дарачасын 15-20%-дан ашыды. Тонограды локализациясын анык бүліш мүмкін, жайлашуыны. Екі түрінді анықлашы жүді қиын. Томография тонограды түрінді анықлашта органик zararları var, tüzülmelerde zararları bulsa onge göstererdi. Epey daha uzun budur rastgele. Значит, как электроэнцефалограмма не всегда определяет разновидности абсансов или разновидности эпипрепаратов. Достоверность его не повышает от 15% до 20%. Здесь угодно вопрос «почему?». Если очень интересно слово «почему», я вам объясню, а для этого вы должны написать в комментарии, сделайте больше лайк, почему достоверность информации электроэнцефалограммы не такая уж высокая. Теперь определить вид эпилепсии от МРТ тоже можно. Но здесь нужно сказать, что только структурные изменения мы можем увидеть. Даже при трехтесловых МРТ, МРТ-обследовании, его функциональных программах 100% невозможно будет определить. Потому что очень многие эпиочаги располагаются динамично. На ЭГГ, что пропустил, еще раз перевожу, можно определить, путем математического моделирования место локализации эпилептического очага. Достоверность его достигает до 50%. Но не все ЭГ обследования. Теперь давайте сейчас вот больной сидит, они пришли на лечение абсанса, и сейчас они жалуются, что у нее дочка как бы замирает на секунду, и вот это слово как бы нас наталкивает на абсанса. Бемор келяпты, мана мені қызым ұтты, абсанска ұшап қатып қалыпты деяпты, башқа врачтар абсанска ұшап давалаган. Но есть другие разновидности тоже, которые это определяют, что это не абсанс. Нима болады, қызыз айтын. Ташка оқшан қатып қаладым? Секундлар дауында көзі қатып қалады. Харакетлері чи? Харакеті, башыда харакетсіз харакет қымасы, паузен шекен-секен. Харакет қалады. Бұл харакетті, мысал үшін, нон қойып, чау қойып, бұл яқты, ай көз секунд қатады.
Göz sekin qolgan. Agar men sezib qolsam, lekin qo'l oyoqlarida yo'q, harakat bor. Harakat bor. Boshida ham, ko'zi qotarida, qo'l oyoqlarida o'zini keyingi harakatini davom ettirib ketardi. Значит, сейчас она говорит, они принимали препараты от абсансы, но эффекта, конечно, было мало. Или, да, мало было, потому что, когда лечь препаратами абсанса, в течение года абсанс, значит, можно вылечить, совсем можно вылечить, понимаете? Если правильно применять препарат. Абсанс, я хочу сказать, что абсанс, to'g'ri tanlangan bo'lsa, bir yil davomida tutxona bermasa, bir yo'la davolab yuborish mumkin. Xo'p, unda bu nima bo'lishi mumkin? Мы часто встречаемся в таких случаях, когда нам есть абсанс, путают другими видами эпилепсии. Именно какими? Во-первых, теми видами эпилепсии, которые идет, протекает по типу сумеречного помрачения сознания. То есть больной, и таких разновидностей больше 15 разновидностей имеется, и они коротковременные, они иногда течет парциально, то есть как бы неполная эпилепсия, здесь больной не падает, нет когнитивных тонических фаз, просто имеются психомоторные движения, и здесь чуть-чуть замирает, чуть-чуть идет замирание глаза. Это можно ли считать абсансом? Нет. Потому что это другой вид эпилепсии, и называется она психомоторный, тип психомоторного возбуждения, или эпилепсия вторичная с психомоторным возбуждением, и по сумеречным помрачениям сознания, который длится 10 секунд, 5 секунд, иногда она длится и 2-3 секунд при лечении. Буларды озбекче гапирадиган болса, бу абсансты көпүнчө башка кутупхана түрлөрүнө алыштырып коюшады. Бу чала талбасалар болушу мүмкүн. Чала талбасаларды oldingi namozshomsimon qorong'ulashuv bilan kechadigan 15 ta ortiq tur bor. Ba'zan ular psixomotor qo'zg'alishi turlariga ham aylanib ketadi va bu ular ham, demak, ba'zan ko'zini qotib qolishi bilan ketadi, lekin bu yerda qo'l oyoqlardagi harakatlar saqlanib qoladi. Ko'pchilik vrachlar buni murakkab absanslar deb taqlid qilishadi, lekin murakkab absansga qarshi ishlatiladigan dorilar berilganda shifo topmagani uchun bu murakkab absanslar emas, degan fikrga kelamiz. Nimaga? Chunki ko'pincha katta talvasalarni davolaganimizda davolash oqibatida shu holatlar kelib chiqadi. Yoki epilepsiyani organik o'zgarishlari chuqur bo'lmagan holatlarda kelib chiqadi. Такие эпилепсии обычно встречаются, когда меньше структурных изменений. То есть очагов эпилепсии меньше всего. Они по силе, по низким проявлениям меньше. То есть эпилептический очаг имеет меньший разряд. И когда она разряжается путем выделения энергии, которая идет на мышцы, мышцам или другим органам, оно идет меньше силы, и длительность бывает, и сила бывает меньше. Поэтому здесь идет другой вид эпилепсии. Шундизменде? Шундиз. Аллах шуасынесен, дай Богам здоровье. Задавал вопрос больной, я ответил. Аллах шуасынесен.